В начале заседания комиссии городской думы по правовым вопросам, нормотворчеству и местному самоуправлению озвучен доклад начальника отделения МВД по Губкинскому Алексея Настенко о результатах работы сотрудников правоохранительных органов за прошедший год. В первую очередь хотелось бы отметить, что не было роста тяжких преступлений, особо тяжких. У нас не было, в принципе, убийств, у нас не было разбоев, у нас не было изнасилований. Снижение по выявлению преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, ну и, соответственно, рост преступлений, связанных с имущественных преступлений. В данном случае это кражи, в данном случае это мошенничество. Также в рамках заседания депутаты рассмотрели проект решения городской думы о внесении изменений в устав города. Поправки подготовлены администрацией Губкинского вследствие принятия ряда федеральных законов, уточняющих полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления. В декабре 2017 года были приняты несколько федеральных законов, которые внесли изменения в формулировки по вопросам местного значения, также формулировки по вопросам полномочий органов местного самоуправления, в связи с чем предлагаемые изменения как раз-таки и вносятся в статью 7, 37, это вопросы местного значения. Также на заседании комиссии городской думы по правовым вопросам представлена информация о деятельности контрольно-счетной палаты в 2017 году. В рамках реализации внешнего муниципального финансового контроля проведено 157 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 4 проведено в форме проверок с посещением объектов. Контролем охвачено 9 муниципальных учреждений. В сфере социальной политики осуществлен контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. В сфере благоустройства муниципального образования проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на разработку проекта благоустройства города. В целом, по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 153 заключения, 11 актов, 4 отчета. Председатель комиссии городской думы по правовым вопросам Эдуард Колташов отметил, что вопросы, обсуждаемые депутатами на комиссиях, в дальнейшем формируют повестку очередного заседания городской думы. Сегодняшнее заседание было достаточно плодотворным. Сегодня рассмотрено было 13 вопросов на заседании комиссии. Заслушаны были представители администрации с отчетами. Все эти 13 вопросов будут внесены в повестку дня очередного заседания городской думы. Работа депутатов в ближайшее время будет посвящена подготовке к очередному заседанию городской думы, которое назначено на 29 марта. Ожидается, что в ходе него будет рассмотрено порядка 30 вопросов. Валерий Усманов, Алексей Магин, новости Губкинского.